Ну, получайте пострадавшего. Я не Сик. Господи. Что сказал врач? Ну, что кто-то не в меру активен. Хотя все могло закончиться гораздо хуже, чем синяки и ссадины. А как рука? А что рука? Ну, походит несколько раз в поликлинику на перевязку. Все? Да все норм. Пожалуйста, простите меня. Этого никогда больше не повторится. А вы, наверное, детективов пересмотрели? Что? Ну, все сами. Не доверяете латвийской службе розыска? Можно сказать, хлеб у них отнимаете. Наша служба розыска сейчас не в претензии, да. Благодаря вашей самодеятельности, между прочим, мы раскрыли. Нам удалось, так сказать, накрыть с поличным изысковый дом, да. Они в приватных комнатах снимали там специальный компромат, ну, для шантажирования. И распространения наркотиков, конечно. Что же вы раньше-то не накрыли? У них работал какой-то информатор. Они узнавали первыми про наши рейды. Мы приезжали, а там уже чисто. Послушайте, Антонина Павловна, как вам так удалось талантливо перевоплотиться? Мы столько раз пытались внедрить своего человека, и все бесполезно. А Антонина Павловна, у нас актриса. Ей это не сложно. Хватит. Извините, конечно, нам пора. У меня последний вопрос к вам. Это скриншот какого видео? Я уже все очень подробно рассказала латвийской службе розыска. Спросите у них, а не у актрисы. Пойдем. Карста Менча. Огонь, девка. Так по-русски? Послушай, если хочешь, можешь пару дней дома побыть. Попросим справку в поликлинике. Мама бы расстроилась. Я лучше завтра схожу в школу. Завтра контрольная. В полиции сказали, что среди неопознанных. Ну, в общем, женщин с приметами твоей мамы нет. Она жива. Я чувствую. Здравствуйте. Вы меня извините, что я среди ночи. Мне нужно поговорить с вами. О чем? У меня есть к вам предложение. В общем, это помогло бы в поисках вашей подруги. Можно мне пройти? Проходите. Спасибо. Не разувайтесь, так проходите. Я частный детектив. Присаживайтесь. Спасибо. Я приехал в Ригу расследовать гибель бизнесмена Пряхина и еще нескольких влиятельных лиц. Это убийство? Нет. Все они умерли при достаточно странных обстоятельствах. Кофе? Спасибо. И все они в свое время общались с некой Линдой. Это вот здешняя благотворительница. Вы не слышали о ней? Нет. Сахар? Без сахара. Какое это все имеет отношение к Марине? Моя подруга не ви-персона. Я вам сейчас объясню. Этой Линде принадлежит достаточно популярный ресторан сейчас, «Сокровище Ганзеи». Максим Чижов, он одет в форму официанта этого ресторана. Да ладно. Да. Наше расследование привели нас в одну точку. Мы можем помочь друг другу. А каким образом? По официальным спискам Чижов там не значится, а по неофициальным, но идти туда с проверкой было бы опасно. Ну почему? Ну, во-первых, спугнем преступника, а во-вторых, Линда знаменитая личность в Риге. Это будет целый скандал. Так.
И вы хотите заслать меня туда как шпионку? Ну... Да. Ну... Сестра Валдиса, у нее своя цветочная фирма, и она сотрудничает с этим рестораном. Вот называется «Британия». Угу. Ну, в общем, если бы вы любезно согласились поторговать там цветами несколько дней. Ну, просто вот ваше это умение в образ это вот входить. Ну, не начинайте, ладно? Нет, я серьезно говорю. Честно. От вас требуется только наблюдать и слушать. Не упоминаются ли там всякие психологические тренинги? И я буду играть британскую цветочницу? Ну, в общем, да. Когда на работу? Завтра утром. Нельзя ждать. Просто помните, что от вас требуется только слушать и смотреть. Потому что если с вами что-то случится, то... Валдис этого не переживет. А вы? Ну, а я тем более. Спасибо. Отпусти меня, рыцарь. Никогда. Ты красивая, полюбил тебя с первого взгляда. Нет. Не красотой ты пленен. Ты права. Меня ведет пророчество. В хрониках моего рода записано. Потомок Сёрнсенов, которого полюбит балтийская дева, взявшая кольцо из жара, обретет исполнение всех желаний. Ты вынула кольцо из жара. И мне, кривому Йоргену, выпал жребий встретить балтийскую деву. Каковы же твои желания, рыцарь? Одно. Я желаю быть неуязвимым в бою. Остальное я довершу сам. Я покрою себя славой. Обрету богатство и дружбу моего короля. Не бывать тебе, кривой Йорген, другом короля. Пророчество не соблюдено. Балтийская дева не любит тебя. Тогда я возьму тебя силой. Тогда балтийская дева умрет, и некому будет любить рыцаря. Узнаешь мою силу. Полюбишь. Слуга! Спрячешь ее на мызе и не вздумай кормить и поить! Неужели ничего? Наши люди перетряхнули весь дом. Никаких следов. Слуги молчат. А если подвергнуть этих душегубов пыткам? Нельзя. Как ни крути, кривой Йорген и его люди под защитой датской короны. Так что ты предлагаешь? Следить за Йоргеном. Следить и ждать, пока он сделает промах. Потом сразу разить. Вот и мой корабль третьи сутки ждет отплытия. Трюм набит новой партией товара. Я боюсь, что пострадают драгоценные меха. Послушай, друг, плыви в Любек, а мы здесь займемся поисками. Если что, я сразу тебе дам знать. Нет, я должен найти Илзу, это мой долг. Но если рассудить здраво, блаженная, глухонемая, ну не бог весть, какая надежда заполучить этот рецепт волшебного зелья. Да Илза не блаженная и не глухонемая. Что? Она слышит и говорит. Если так, она не должна оставаться в лапах кривого Йоргена ни на один час.
Вот Свистушка. Что? Гардеробщица, говорю, наша Свистушка. Опять опоздала. А. Новенькая? Ну, да. То есть нет, меня просто на эту точку перевели. Ты, дочка, потеплее одевайся. В вестибюле простыть недолго. Спасибо. Доброе утро. Касарь Юнич. Что с вами? Давайте помогу. Спасибо. Спасибо. Вы садитесь. Спасибо. Тебя как звать-то? Тоня. А вас? Меня сложно. Ионас Дзинтаревич Катюс. Ты лучше меня дядя Ваня зови. Хорошо, дядя Вань. Смотри, хозяйка приехала. Давай-ка на место. Лабапец, пузина. Добрый день. Лабудин. Добрый день, госпожа Линда. Много посетителей? Только четверо. Этот же человек. Другой. Больше ничего у него не берите. Пусть обращается напрямую. Где гардеробщица? Почему не на месте? Видите ли, у нее особые обстоятельства. Илга! Я здесь. Гардеробщицу уволить немедленно. Я поняла, Линда Карловна. Возьмите барышню, похожую на нее. Отвоноет? Тоня, иди, ну. Простите, вы от фирмы Британия? Да. Вы не могли бы пройти в мой кабинет? Дядя Ваня, присмотрите за цветами. У меня отчаянная ситуация. Новая гардеробщица, третий прокол за неделю. Придется срочно искать замену. Ну, я думала, в такой престижный ресторан. У нас особые требования. Линда хочет, чтобы во внешности всех, кто общается с посетителями, было нечто стильное, как бы из прошлых времен. Вы ей понравились. Кофе? Я? Садитесь. Угу. Ну, я тебя поздравляю. Сотрясение мозга у тебя не обнаружено. Клево. Да. На следующей неделе врач сказал, нужно прийти показаться. Иргатаус. Готово. Палдис. Спасибо. Я пошел. Куда ты пошел? Я тебя до дома провожу, чтобы ты что-нибудь не выкинул. Вы же согласитесь перейти к нам гардеробщицей? Зарплата хорошая. Наверняка выше, чем в цветочной фирме. Вы гражданка Латвии или у вас вид на жительство? Вид на жительство, но я не могу уйти из фирмы. Тогда посовмещайте недельку. Неофициально, пока я найду другую кандидатуру. Но я не говорю по-латышски. Гардеробщице достаточно трех фраз. Добрый день, лабден, добрый вечер, лабвакар, и приходите еще, гайдесен, юс вел. Остальное можно по-английски. Ага. Вы откуда? Из Петербурга. Правда? Угу. Mm-hmm. Так значит, мы землячки. Я тоже из Питера. Не может быть. Я замуж сюда вышла. Вообще-то меня Ольга зовут. Угу. Будем на «ты»? Будем. Английский имидж мы убираем и выдадим тебе нашу рабочую одежду. Вообще у нас интересно. Линда уедет, я тебе все расскажу и покажу. Да? Угу. Вы не волнуйтесь, я тебе сегодня клятву дал. Какую? Что больше никуда свой нос не суну. Ну, молодец. Это что значит? Что полиция может спать спокойно? А что она и делает. Ну-ка, стой. Вот объясни мне, пожалуйста, почему вы считаете взрослых идиотами? Ты думаешь, я тебе изложила? Вот откуда в тебе такое самомнение? Почему самомнение? Может, это что-то другое? Ты вообще слышишь, что я тебе говорю? Идите по своим делам, мне пора. Я... Янис.
Тише. Отто, ты уверен, что Илза там? Мои черноголовые нашли Даскова быка. Здесь, в заброшенном доме. Но арест должен пройти по всей форме. Ты нам здесь необходим, как представитель Союза Ганзы. Кажется, он нас заметил. Вперед! Матиас, не упусти слугу! Хорошо! Илза! Илза! Очнись! Ты слышишь меня? Балтийская дева моя! По поручению Большого Совета Ганзы эта девушка поступает под мою защиту. Отто, нужно отнести ее в повозку. Не отдам! Благодари Господа, Кривой Йорген, что ты иностранный поданный. Иначе так легко бы не отделался. Свяжите его! Не отдам! Просто получает массу впечатлений. Ну, книга отзывов ресторанов полна восторгов. Ну, ты знаешь, к нам толпами ходят. И свои, и иностранцы. Деловые встречи тут устраивают, банкеты. А бизнес-тренинги тоже здесь проходят? Нет, это на бизнес-фестивалях. Это другое начинание, Линда. Слушай, а официантов у вас тоже... с историческим лицом выбирают. А ты посмотри. Пожалуйста. Неправда. Привет. Вот пришел с ужином тебе помочь. Мне не надо. Тебе, понятное дело, ничего не надо. А тетя Тонь придет. Чем ты ее кормить будешь? Давай, помогай. Официанта Максима. Кого? Ну, подружка с фирмы рассказывала, что когда она здесь продавала цветы, была тайно влюблена в официанта Максима. Напутала что-то твоя подруга. У нас в ресторане Максима не работали. Хотя нет, был один парень. Только не Максим звали, а Максим Слаутиныш. Официант, да? Нет, он помощник повара. Ты знаешь, он не уволился. Просто растворился. Как? Ну, вот так вот, обыкновенно. Он работал по поддельному паспорту и, наверное, узнал, что им заинтересовалась полиция. А давно это все было? Где-то год назад. Слушай, может быть, у тебя фото сохранилось? Знаешь, где-то видела. Сейчас посмотрю. Вот. С корпоратива. Он стихи читал. Красивый парень. Да.
Ты не злись на меня, но за то, что я сорвался на тебя в поликлинике. Но у меня с сыном проблемы. Вообще трудности. Трудности у тети Тони, которую в разведку послали. У вас все нормально. Ужин готовите. 1-0. Это она тебе рассказала? Сам догадался. Янис, ты, пожалуйста, не волнуйся. Она у всех на виду и просто наблюдает. Я согласен, мужчины, они должны действовать. Но иногда важнее думать. Вот я и думаю. О чем? Зачем тете Тоне куда-то идти, если в ресторане есть камера наблюдения? Посмотрите, и дело с концом. Нельзя действовать напрямую. К тому же старые записи, я уверен, удалили. И неизвестно, за какое число смотреть. Что непонятно? То число, когда пропала мама. Вот ты... Я все узнала. Я выяснила о Чижове. Хорошо, расскажите. Потом я отвезу вас к Янису и вкусному ужину. И про Пряхина кое-что узнала. В книге отзывов есть его автограф. Тоня, вы вообще, вы этот... герой. Да. Но завтра утром вы позвоните в ресторан и скажете, что не выйдете на работу. Это почему? Мы же только-только напали на реальный след. Да потому что это все не игрушки, это опасно. Но меня же никто не расколол. Даже не пытались. Я никуда не уйду. Уйдете. А чего это вы раскомандовались? Я не ваша подчиненная. И вправе самостоятельно принять решение. И какое же оно? Останусь тут еще на неделю. Ну, хотя бы на 3 дня. Опоздала? Ты зря торопилась. Почему? Хозяйка приехала. Ага. Приказала открываться часом позже. У нее какая-то встреча. Что, деловой завтрак? Вроде нет. В свой кабинет прошла. Слушайте, у нее что, нет отдельного офиса? Есть. Но она и у нас кабинет держит. Добрый день, меня ждут. Добрый день, проходите. Видать, приватная беседа. Линда Скунза? Госпожа Линда, в пачках по 10 тысяч евро, как вы и просили. Пожалуйста, 10 тысяч евро, 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч, 50 тысяч.
трепещет, как голубка даже во сне. Завтра же отплываем в Любек. Там Илза будет в безопасности. Ты полагаешь? Что ты имеешь в виду? Ты правда думаешь, что старейшина Ганза будут сидеть и спокойно ждать, пока девица выдаст им свою тайну? Возможно, ей придется даже хуже, чем в Риге. Кипятком не обойдется. Не понимаю. Скажи мне, друг, а не кажется ли тебе, что обладание магическим напитком более пристало ордену Христовых рыцарей, нежели ганзейским толстосумам? О каком ордене ты говоришь? О Ливонском, которому я на самом деле служу. Ты? А как же братство черноголовых? Купеческие сынки? Удобное прикрытие. Мы тайная гвардия Ливонского ордена. Всего лишь растворились среди них и питаемся их соками. Но зачем? Ливонский орден нынче дряхлеет. Он обескровлен последними войнами. Скоро он погибнет, и тогда мы, именно мы, дадим ему новую жизнь. И для этого вам нужен янтарный ио. Он как святой Грааль. Возвысит нас к вершинам духовной власти. Послушай, эта миссия гораздо выше, чем пытаться скрепить союз каких-то купчишек. Что тебе нужно? Ты, Матиас, ты смел и умен. Ступай в наши ряды. Илза тебе доверяет, я это заметил. Если кому она расскажет свой секрет, так только тебе. Решайся, и мы немедленно отвезем ее к магистру. Ты предлагаешь мне предать купеческую клятву? Матиас, времена меняются. Было время купеческое, сейчас наступает время силы. Умные люди должны быть гибкими. Умные люди должны быть честными. Запомни, ты мне ничего не говорил, я ничего не слышал. Ну что ж, тогда не удивляйся ничему. А в порт зашли? Здорово. Да, учусь хорошо. Пап, по мама сейчас телефон в ремонте, не может ответить. Здравствуйте. Она сейчас на фитнесе с тетей Тони. К нам, кстати, тетя Тони приехала. Хорошо, передам. Ладно, жду через неделю. И я тебя. А что случилось? Да, сейчас объясню. Все в порядке? Да, норм. Ну, привет, Янис. Хотел извиниться перед тобой. За что? Ну, за свою самонадеянность. Ты был прав по поводу камеры. Проверили? Да. Ну, только не ресторанный. Я нашел камеру на соседнем здании. В ее поле зрения как раз попадал вход в сокровище Ганзеи. И в тот день, когда твоя мама пропала, она туда заходила. Правда? Поехали! Подожди, она как туда зашла, так могла выйти оттуда. И там, как назло, припарковалась машина и надолго перекрыла видимость. Но это же не может быть простое совпадение. Я не знаю, может, ваша Линда людьми торгует? Я не думаю, но к активным действиям сейчас переходить нельзя. Ну, я из ресторана теперь никуда не уйду. Тетя Тонь, пообещайте, что вы никуда не сунетесь. И ты туда же. Обещайте. Обещайте. Тоня, привет. Садись. У нас новинка. Попробуй. Держите. Пробуй, пробуй. А что это? Ничего себе, какая экзотика. А у вас все меню такое? А ты сама посмотри. Так, так. Суп с миндалем. Угу. Оленина на вертеле по-рыцарски. Пирог ломбардский с фруктами и марципаном. Это все наши фирменные. Линда сама разыскивает рецепты. А где? В старинных кулинарных книгах. Поэтому таких блюд и напитков, да? Как в нашем ресторане, больше нигде не подают. А янтарный ЮО у вас есть? Янтарный ЮО? Нет. А что это, Тонь?
А это один средневековый напиток? Я в одной легенде прочла. Странно, что Линда о нем ничего не слышала. Хм. Ну, так значит, надо ей предложить. Угу. Одно название чего стоит? Хм. Ой, извини. Слушаю. Да, конечно. Тоня, беги на место, Линда едет. Что-то зачастила она к нам. Лабден, луди я семаны кабинета. Es nesteidzos. Es pārbaudīju jūsu informāciju. Tā neapstiprinājās. Domāju, jūs piedāvājumu nav pamatoti, bet man ir dažas citas versijas. Un dažas attiecas uz jūsu biznesu. Nu, ķipa. A, kto ir tā? Pirmā raz vižu. No parečka strannē получилось. Kak tebe? Ну, не знаю. По-моему, он больше похож на бандита, чем на бизнесмена. Вот и я о том. Куда катимся? Одна радость. Скоро на пенсию. Алло, Руслан? Срочно записывай. GM 3711. Только что к Линде приехал какой-то жуткий тип, это номер его машины. У него синий джип. Она сунула ему пачку денег. Все, я не могу больше говорить, на секунду выбежала. Так. GM 3711. Так. О, личность известная. Кто это? Смотри. Читай. Я почему-то так и думал. Да, агентесса твоя, слушай, ну, высший класс. Да, прыткая, не в меру. Что дальше? Не знаю, зацепок море, а в общую картину не складывается. Да. Подключиться? Не надо. Сначала хочу отсечь от этого клубка то, что уже распутал. Ты куда? Куда? К Линде? На аудиенцию. Думаешь, будет говорить? Мне кажется, это сейчас в ее интересах. Удачи. Удачи. К сожалению, у меня мало времени. Вы еще что-то хотели выяснить? Да, кстати, я узнала, бизнесмен Пряхин в моих фестивалях не участвовал. Я знаю. Mm-hmm. В тренингах не участвовал, а в ресторан ваш заходил. Mm-hmm. Его автограф есть в книге отзывов. Mm-hmm. Линда, я пришел к вам по другому поводу. Да? По какому же? Линда, скажите мне честно, вас шантажируют? А с чего вы взяли? Я знаю, что вы получаете странные письма. Вчера к вам приезжал сотрудник банка, клиентка которого вы являетесь, привез большую сумму наличных. Скорее всего, вы сняли их со своего счета. Я не знала, что за мной следят. Да. А сегодня вы встречались с человеком на синем джипе. Этот джип принадлежит лучшему в Риге частному детективу. Скорее всего, вы решили больше не поддаваться на шантаж. Я вас очень прошу. Будьте со мной откровенны. Я тоже частный детектив. Я же лицо неофициальное. К тому же иностранец. Я могу вам помочь. Или мне задать эти вопросы вашему шантажисту? Хорошо. Я расскажу. Это связано с моим покойным мужем. Он... Он был в чем-то замешан? Я...
Была тогда такая глупая, такая наивная. Я свято верила, что Валера сделал свое состояние честно. Но это оказалось не совсем так. И когда вы узнали правду? Только тогда, когда муж попал в безвыходную ситуацию. Понимаете, против него объединились конкуренты. Они затравили его прошлым. Но они просчитались. Он перевел весь капитал на меня, гражданку Латвии. А потом покончил жизнь самоубийством. И тогда вы решили вернуться на родину? Да. Понимаете, меня мучили эти деньги. Все эти годы я пыталась употребить их на доброе дело, чтобы хоть как-то искупить. Я любила мужа. А теперь мне приходят письма с угрозами. Что хочет шантажист? Что он хочет? Он хочет денег. В противном случае он грозится вытащить все грязное белье. Я не могу этого допустить. Это погубит не только мою репутацию, но и все мои начинания. Письма приносят вам в ресторан? Да. Да. Швейцар говорит, что каждый раз их приносят разные люди. Давайте. Вероятно, просто курьеры. Линда, вы вообще понимаете, что вокруг вашего ресторана происходят странные вещи? Вы должны мне помочь. Я готова, но чем? В первую очередь расскажите мне о Максиме Чижове. Он работал у вас под именем Максимс Лаутинш. Максимс? Максимс. Это помощник повара. Он исчез после проверки документов. Да, я что-то припоминаю. Я очень плохо его знала. Он был на мелкой должности. Я не воровка. Я сейчас тебе объясню. Пикнешь, умрешь. Гуннар, куда ее? Магистр приказал в дом. Куда? К янтарному Юо. Я слышу, ты не спишь. Тебе лучше? Лучше. Я очень рад. Я боялся, но теперь все будет хорошо. Почему? Ты все еще хочешь везти меня в свой город за морем? Тебя там никто не тронет. Матиас, ты хороший, но твои глаза слепы. Ты не ведаешь, как неутолимые желания творят из людей чудовищ. Я не дам тебе в обиду, клянусь. Это не в твоих силах. Где бы я ни была, меня всегда будут мучить. Всегда будут пытаться выведывать рецепты янтарного Йо. Всегда. Клянусь тебе. Отто! По какому праву? По
поручению бургомистра. Вот. Ордалия, проведенная над подозреваемой в колдовстве девицей Илзы, признана недействительной. Магистрат постановил вновь передать девицу Илзу церковным властям. Раскрой мне секрет янтарного Юа, и я сейчас же отпущу тебя. А нет, завтра тебя привяжут к столбу и сожгут как ведьму. Выбирай. Упорствуешь? Тогда я не буду ждать завтра. Я убью тебя прямо сейчас. Отто, не смей! Ты? Любекский купчик полагает, что может победить рыцари? Ну что ж. Отто, ты что? Не смей, волк! Волк? Уже рассказал нашему дружку, что у Ливонского ордена тоже есть своя тайна? Да. Мы умеем превращать волков в верных псов. Теперь догадался, что за волк бродил тогда в лесу? Так ты охотился за Илзе с самого начала? Прозрел, наконец. А кто подбил Кривого Йоргена похитить ее? Кто нанес удар Ноиману сзади? Что бы не выдал? Дьявол! А, собственно говоря, Матиас! Почему Яндарну Йо должен уплыть в Любек? Мы и здесь с ним неплохо. Свершилось, Ордалия. Проклятие. Ведьма. Прости, я не хотел крови, но я не могу служить Ливонскому ордену. Ты глупец. Ты так ничего не понял. Каждый сам за себя. Янтарный Йо должен был служить моим желанием. Только моим. А под какой маской, ливонской или черноголовой, это не важно. Отто. Я всех убрал. Я расчистил дорогу. А тебя не просчитал. Право верного гонзейца. Торжествуй. Вези свою добычу в Любек. Своим купчишкам. Пусть они... Отто! Где твое озеро Оня? Едем.
Марин, с тобой все в порядке? Все хорошо. Я рада, что ты здесь. Так должно было быть. Пойдем со мной, сестра. Что вы с ней сделали? Вы останетесь здесь. Будете помогать Балтийской деве. А попробуйте бежать, погибнете. Можете мне поверить. Без Марины я никуда отсюда не уеду. Марина!